Первый танец молодых. Сколько нежности, трепета и романтики в нем. Танец – это настоящее слияние двух тел, двух людей, двух сердец, которые бьются в ритм музыки. И неважно, будет это классический вальс или страстная румба. Но помимо того, что это неотъемлемый ритуал всех свадеб, это волнительный и ответственный момент, который должен быть очень красивым фрагментом торжества. Но что делать, если один из молодоженов, жених, например, танцевать ну совсем не умеет? Здесь на помощь придут специалисты. Наша невеста Катя нам призналась, ее будущий супруг не то что не танцор, ему медведь мимо уха промазал и на ногу наступил. Мы решили провести эксперимент и сделать невесте сюрприз, научить Стаса танцевать. Отправились мы в фитнес-студию Роксана, потому как уверены, здесь мастера высший класс. Так как это все-таки сюрприз, в роли партнерши мы пригласили коммерческого директора и продюсера программы «Твой стиль» Ульяну Чипала. Танцевать будем вальс. Эта тема очень актуальна, то есть среди молодоженов поставить какой-то танец, красивый танец-подарок, танец-сюрприз. Поэтому пар достаточно много, ну, мы все равно справляемся. Вот, танец поставить, в принципе, недолго. В среднем у нас уходит 5-6 занятий. Конечно же, в таком тонком деле все зависит от пары, от чувства ритма, физической подготовки и хореографических навыков. Здесь утверждают, танец поставят даже тем, кто ни разу до этого не танцевал. Индивидуальный подход позволяет поставить номер в любом стиле. Классический вальс, откровенная танго, а может быть и вовсе попурри. Сборный танец, который включает несколько направлений. А то и вовсе на занятия может ходить кто-то один, как в нашем случае, например. Мы подходим ко всем индивидуально, если есть такое желание, почему бы и нет. У нас и невеста ставит танцы с подружками, у нас даже папа с невестой приходит и ставит танцы. Поэтому можно танцевать всем и даже нужно. А с открытием новой фитнес-студии в самом центре Кургана возможностей для этого стало гораздо больше. Направлений у нас очень много, у нас 3 зала, и мы стараемся развиваться. Из новых в нашем клубе направлений это йога в гамаках у нас появилась. Китайский пилон тоже скоро начнется уже у нас направление. Мы практически круглосуточно работаем без выходных с утра и до позднего вечера. У нас много индивидуальных тренировок, поэтому кто не может найти время после работы, до работы, приходит и занимается тогда, когда ему удобно. Ладно, в общем, наша демо-пара получила одно занятие. Стас признался, вопрос о танце стоял в обсуждении свадьбы очень остро. Твоя невеста вообще ведет с тобой разговоры о танце свадебном? Да, у нас было много с ней разговоров про первый свадебный танец. Один раз даже дошло до ругани, потому что она хочет свадебный танец постановочный, я не хочу танец. И там в один момент сказали, все, никакой свадьбы не будет. Разбежались по разным комнатам, я уехал, она в комнате. Потом созвонились, такие, ну что, типа, отменяем свадьбу, все из-за танца. Всем гостям скажем, что отменили свадьбу из-за танца. Мы все-таки с тобой сюда пришли, втайне от нее, скажем так. А ты попробовал, может быть, все-таки ты сделаешь ей сюрприз и станцуешь с ней первый танец? Сейчас сразу же сказать не могу. Сейчас двоякое мнение после танца. Во-первых, ты очень устаешь, но, во-вторых, пока мало чего получается. То есть здесь надо больше танцев, но я думаю, что я еще пару раз посещу Роксану и тогда уже пойму, смогу ли я танцевать или нет. Тренеры очень хорошие, понятно, все объясняют, доступно, но тут уже надо, наверное, зависеть от самого себя. Либо ты понимаешь, либо ты не понимаешь. Ну и, конечно, нужно убрать все свои стеснения. В общем, хотите, как в лучших диснеевских традициях, исполнить красивый танец, идите в Роксану. Мы сходили, нам понравилось. Новый офис ждет гостей по адресу Гоголя 10 в Кургане.